День воинской славы, учрежденный в честь памятного сражения, отмечают по всей России 18 апреля. Ледовое побоище вместе с победами князя Александра над шведами и над литовцами имели большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов. С тех пор фигура Александра Невского – легенда средневековой Руси и символ самозабвенного служения своей стране. Это имя, достойное, высокое, почитаемое в нашем народе, никогда не предавалось забвению. Его подвиг, имя, его служение России запечатлены в государственных наградах. Школьники смогли увидеть ту часть экспозиции, которая посвящена князю. Это ордена святого Александра Невского, учрежденные в 1725 и 1942 годах. Хоругвь с ликом правителя, освященная митрополитом Тамбовским и Рассказовским, произведения батальной живописи, а также образцы оружия XIII века и настоящая кольчуга.